в районе Поройского колодца, круглого озера, нашли странное дерево с таким вот отверстием, как будто через него что-то пролетело. Находится где бурелом в глухом лесу, видимо, дуб. Сквозное отверстие прямоугольной формы. Сейчас заснимем с другой стороны. Кругом бурелом сильно, что это такое, непонятно. Как будто что-то летело в воздухе и пробило дерево насквозь. Какое-то дерево с окошкой. От удара дерево раскололось, расщепилось. Какое интересное место.